Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилого человека, в рамках которого поздравляют всех родных и дорогих сердцу людей – старшее, мудрое поколение. По этому случаю в здании городского совета ветеранов войны и труда прошел праздник, как всегда, по-домашнему уютно и с интересной программой. С поздравительной речью выступили представитель администрации Калачевского городского поселения Михаил Михайлович Горин и председатель Совета ветеранов Зухра Мангушева. Ведущая праздника, главный библиотекарь Калачевской межпоселенческой центральной библиотеки Наталья Орькова подчеркнула: «Осень жизни – это красивая, величавая, мудрая и спокойная пора». Умение наслаждаться этой порой и с благодарностью принимать ее продемонстрировали участники самодеятельного театра «Суперстар», который действует при Совете ветеранов. Они сумели подарить зрителям замечательное настроение, исполнив множество прекрасных танцев, песен, стихов, а также юмористических сценок. Благодарные зрители сопровождали номера полюбившихся артистов бурными аплодисментами. Музыкальные номера для всех присутствующих подарили Ивлев Валерий Васильевич, который исполнил под гитару песню «Молитва», Юрий Георгиевич Егоров, который сыграл на гармонии и спел песню про неожиданно пришедшую в гости старость, и Валерий Авилов, он исполнил песню «Детям». Душевный, чудесный праздник завершился чаепитием и общением в теплой дружественной обстановке. Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности наши, как прежде, верны. А сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы, летят. И некогда нам оглянуться назад.